Пандус придет к тебе! Не плачь! Желтый, я такой, а у вас вот как будто желток выкосился. Я яйца люблю. Да шутить-то и не получится, да? Так что вы... Вообще будем серьезно говорить. Возникает. Это уже становится доброй традицией. Мы вас очень с нетерпением будем ждать. Спасибо. В следующем году, когда вы к нам приедете, чтобы вот так вот внести небольшой позитив в нашу повседневную работу, в нашу повседневную рутинную работу. Yeah!